Aziler bugün müsabakalar beşinci günü. Ayağlar orada. Президент Международной Федерации по фехтованию Алишер Усманов. Kadınlı kabahatiler, kurs boyunca cehon çempionatı, başka saha vakitler ortasında gelmeden ilişkiye sabah buluyordu. Bugün bakri mehmanlarımız orada, Bakra Kırmızı Fiyatı'nın bildirildi. Barışehir Usmanlı'nın doğru. Altın ayı. Красавчик Кубка выступает Валерия Лозинская, сборная команда Российской Федерации. Ей 21 год, из Московской области. 10 лет занимается борьбой у Олега Чернова. Высоких спортивных достижений на международной арене она еще не имеет. И, пожалуй, это самое высокое достижение – выход в малый финал чемпионата мира. Лучший результат у Лозинской – серебряная медаль на чемпионате России. Ее соперница – Хенна Катарина Йоханссон, Швеция. Гораздо более титулованная спортсменка. Чемпионка Европы 2012 года. В этом году она завоевала серебряную медаль Гран-при турнир в Испании. Вчера, как вы знаете, четыре весовые женские категории закончили свою борьбу. Двух победили японки. В одной феерически золотую медаль завоевала монгольская спортсменка. И четвертую золотую медаль ушла, четвертая золотая медаль ушла в Германию. Нет, простите, Соединенные Штаты. Готовится к борьбе за вторую бронзовую медаль Анастасия Григорьева, Латвия, и Моника Дима Михалик, Польша. Thank you.
мастера по бронзовому медалю Валерия Владимировна, Россия. Обладательницей бронзовой медали стала Валерия Лозинская, Россия. Да, не часто увидишь в финале такое преимущество. 12 баллов. И плюс победа на душе. Анастасия Григорьева, Латвия, Моника Ева Михайлович, Польша.